Пен. Мариса, день был очень хреновым. Я не думала, что такое может случиться. Теперь нас двое. Я наняла тебя, потому что ты лучший. Я не предполагала, что все так обернется. Каждое задание, за которое я берусь, опасное. Я облажался. Я должен был это предвидеть. Нет, это мне не стоило тебя втягивать в эти события. Я виновата. Жаль, что я не на твоем месте, Кен. Я люблю тебя. Ты хочешь знать, что это значит? Да, наверное. Правда? Теперь и я заразилась. Пока смерть не разлучит нас.